Всем привет, с вами Гилбосс, и это обзор, как скачать киностудию, фотоальбом, Windows Drive, Windows, все остальные фишки от Windows. Ссылку я оставлю в описании. Выбираем вашу операционную систему, Windows XP, Vista, 7, 8, 1 и так далее. Нажимаем скачать. Загружаем 1-2 мегабайта. Открываем от имени администратора. Ждем пока. Подготовка пройдет, но быстро проходит. Это приложение вам на киностудии вообще требуется для обработки видео, домашнего видео, не профессиональной обработки, конечно. Нажимаем выбрать программу для установки. И здесь уже выбираем программу, которая вам нужна. Вот у меня уже установлена одна. Мне никакие не нужно установить, вы просто выбираете, нажимаете установить, потом пойдет установка. Эти все программы скачивают из сервиса, а потом уже устанавливаются. То есть вам требуется интернет. Довольно-таки хороший интернет. Всем спасибо за просмотр, всем пока.